шестой. Репетану челик. Хит. Убил, все. Здорово, парни. Хочу поделиться с вами новой сборкой под Remington. Старая сборка на ADS собиралась мной на ложе Mod X. Теперь после патча она и Accuracy International уступают по эргономике MacPulse-кому ложу Pro 700. Тут показатель 55 с глушителем и больше 70 без него. Для активного снайперского геймплея это очень полезно, ведь увидев соперника, нужно быстро вложиться и выстрелить первым. Через это показатель эргономики поднимает 700-ку на первую строчку среди остальных болтовок в игре. В этом видео будет геймплей с данной сборкой. Если видео понравится, не забудьте подписаться, поставить лайк, ну и приятного просмотра. Ладно, я на мужика слева пошел. Так, вижу. Новая дорога, левая часть. Над времянками камень. Над времянками, да, камни на новой дороге. Его убил. Второй в каске должен быть. Не попал там же. Там же? Бежает на Урал. Да, видел. Еще есть за камнями слева от Урала, тоже новая дорога. Прям напротив Урала камни влево. Накрутить. Я уже кручу. Он тоже крутит. Двое меня сильно крутят уже по полю. Хит один. Еще. Блять, плохо, все, убегаю. Один, два хита, второй без хитов. Стань, блять, от меня. Пушка светит сюда. Диплак. На М1А есть. Я между скал. Так, я захилялся. Я пробую отсюда же играть с ними. Сейчас подожди меня, я в самолете буду сушить себя. Иди сюда. Все, я строю. Мне не работает? Нет, это Дарка вообще, на втором камне. Вижу их. Едет. Прям посреди поля. Минус. От егеря я выхожу. Есть какой-то ориентир? Так же. Примерно там же, где по мне они стреляли. Если ты слышал. Прямо середина вот этой всей новой дороги, но в поле. Вижу. Ближе к нас, к тебе. Вот и. Где был? Убил, прям по центру полетел. Да, примерно такие же тут они все. Так, потушиваю потихонечку иду. Я к новой дороге. Вроде никого. У нас где-то закрытом была, по-моему, шмальба. Блять, еще лежит, сука. Где? В поле, там же, где ты убивал примерно. Синяя повязка. Блять. На гранате. Херачит по мне. На гранате. Даю еще на камень. Блять, вот все еще стреляет по мне. Вот моя граната, слушай где. Вот там. Все еще стреляет. Да. Убил? Да, минус. Хорош. Просто лежит.
чем двигаться, это лишнее. Открытом. Открытом? Угу. Где, слева, справа? Справа, где-то надпись «Тайга» на подъемнике или что-то такое, прям за ней. Уже темно, блин, надо подальше отойти. Убил? Нет. А, вижу подъемник «Тайга». За ним, что ли? Да. А, вижу, да. Да? Блядь, да, везучий челик. Лёг, попался. А, у меня патронов нету! Прокачанный чел, на удачу, бля. Дать уровень в бок просто. За деревянной херней он там лежит. А вот тут группа какая-то была? Да, вот это с этой банды, которую мы убивали. Он там деревянный убивает. Убил? Нет, не убивал ты его? Кстати, дым какой-то пролетел, слушай. Это он мог дым откинуть или нет? Мне кажется, вряд ли просто. Чего ближе? Пошли его просто убьем и нахер. Закрытым слева. Закрытым слева. На улице. Хит, минус. Ой, хорошо. Там мета ему залетела бота. Да. Дам еще внутрь одно. Лежит внутри. Подай. Убил. Фух. Просто курка с жопой. Я ему попал по ноге специально, чтобы выпить. И два раза над его каской пуля пролетела. Так он ползет от меня, я уже нацелился. Чик. Патронов нету, бля. Я про это говорю. Уже деревня у нас может быть. Сайга тут безумная. Только услышал. Засумонился. Кто-то бежит от меченьки. У второго. Чувака! Два. Один минус. У меня упорю. Хорошо. Я не знал, кто это стоит сначала, честно. Так он со СКС-ки же бахает. Вдвоем крутитесь, один с длинным стволом, второй с длинным стволом. Надо чувствовать, наверное. Нормально. Сколько у нас получается? Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блять, еще должны быть. Ну вот у этих калаш с собой чей-то, то есть. Возможно, они кого-то убили. Блин, я тоже два хита ему дал. Это же не хватило ему, блин. Я уже вроде третьим его убил, что ли. Или ты его убил? Не, я его убил. Блин. Как я вот сегодня ходил так перед вами, как вы лутаете, хожу ногами. Все, больше ничего не буду смотреть толком, пофигу. Пойдем. Тоже СКС у него. Лутаю. Моего с... С оптикой что-то должно быть. Какой-то автомат с оптикой. Справа. Челобот, походу. Убил. Я там ноги кверху. Серочка тут хорошая. Ай, так, калаш тогда нахер. На иголках. Все, калаш сюда, серка сюда. А, есть, плоский камень, поле. За зубом, двое. Хорошие. Блин, а я подхожу.
От бочки далеко? А, бегут в поле, на медичку пойдут. Выбежали оба в поле. Ямку спустились, которая в поле яма. Минус один. Второй в этом в ямке залег. Вижу, вправо пошел на тропу. Хит. Все, в кусту засел. Я по полю подхожу. Вот эту ямку. Проходим. На гранате. Там еще одна ямка. Все, минус. Ко мне. Все, 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 убил. Прыгаю к лесу, обратно упрыгиваю. А, это вон это. Все. Так бы не увидели, сейчас ушли. Одел каску зеленую. Убил его. Бесшумно кто-то. Это он. Я его убил. Я не было звука выстрела. Снайпера убил наверху. Кто-то бежит у меня! Сзади вид! Хит. Убил. Там двоих. Слышал? Про двоих слышал, но я второго не слышал, как он подбегал. Уверен, что двое? Да. Я на поваленном. Да, я вижу тебя. Ты прыгал? Нет. Прыгай. Да. Хит. Или даже минус, не знаю. Нет, не минус. Синяя повязка. Убегает. Влево-вправо ты сюда. Влево был. Справа! Теперь справа. Тоже наверху? Хит! Я со стороны лесопилки. Вон, вон с твоей стороны, вот он, наверху. Убил. Не вижу твоей. Убил. Нет, не убил! Блять, сейчас тебя с пистолета нахер порешаю. Готов. Что-то очень много все чел впитал, очень много, сейчас вторых. Вот этот валяется, этот твой скорее всего должен быть. А, он, кстати, без жетона. Ну этот собрал, он тут бегал полдня. Да, походу. А этот со штурмана челик пришел уже. Да, по нам. Новой дорогой, что ли? На этом бот был на закрытом. Наверное, я думаю, это бот. Попало, не видел куда? Тарелка. Камень попало передо мной. В суицид прилетело. Поднял статус, кого-то пока залезу. Может проявит себя он. А, лежит на насыпи. Убил. На гряде, да, которые? Да, готовы? Да, гряда. По дороге. С чего убили? СМБ, блять. По что ты был открыт? А, вижу, еще гряда есть. Блин, разменялись походу. Блять, поздно заметил. О, а он уже смотрел сюда, он уже походу тут знал, что я там. Агрессив лов? Да. Голова, глаза. А у челика, который бежал за мной, я взорвал. Но мы с ним разменялись, этим агрессив лов. 4 убито.
пинали. Двое у меня. Минус один. Один будет. Убил? Нет. Вижу. Еще один. Шесть. Фастэм. Кто? Блять, не вы, да? Помощи бы, ребята, нет. Нет, который фастэм сейчас. За камнями, за камнями. Блять, граната. Вот, блядь. Еще, левее. Граната мне кидает, сука, задолбал. Где-то здесь, я его ранил. Или ты? Он один, как трусы, я по крайней мере. Вот опять хаешки прокидывают. Перед нами сейчас. Бегает на той стороне, на этой гриде этой. Да, это он. Да. Блять, очень больно. Они внизу оба. Да. Взорвал, кажется, кого-то. Хит. Ага. Все, Артем внизу, да, кто-то проходит? Да, я внизу. Тут еще, по-моему, один должен быть. Может, взорвал. Это все, мне кажется, куда, бля. На четверо. Кто-то прыгал, по-моему. Снизу наш есть? Я стала стрелять, потому что. Ну, я сейчас просто по своим буду. Я тоже не стрелял, потому что я не понимал, где свои, где нет. Я выхожу. Просто выхожу. Один сидит наверху, второй стоит справа. Шайтан его убивает. Повалено, кто побежал? Я у Повалина, вот. Я на втором. Вот, беги в стороны. Тебя, блять, так это насыпь, это меченая насыпь. Я на поваленном. Он через дорогу, в сторону второго. Он на меченой насыпи вид. 100%. Ну, вижу его. Быть. Хит. Убил. Вот ты его, скорее всего, видел, да? Да. Блять, нет, М-ка. Камень. Камень у закрытого. Хит. Блять, не вовремя. Да. Убил. Ага, хорош. На один получается, да? Два уже. Ну, один был до этого, и сейчас еще двоих положим. Все, карта закончена, получается. Должна быть уже. Теперь-то уж точно. Почему четвертый? Эй, шестой. Перепитан на челик. Хит. Убил. Все. О, да-да, сейчас залетело ему. 76-й, он же онлайновский. Это между двух камней. Все там же, на новой дороге. Угу. Я в дефолт вышел. Сейчас посмотрю. Вижу его. Минус. Зеленая повязка. Ну это ППшка, это вообще какой-то не тот челик. А, слышу, да. В торце он гриды, походу. Торец гриды. Ходит снизу. Кто стрелял? Ты, да? Я стрелял, да. Убил? Хит. Убил. Он меня убил. А, он тебя убил! Блять. Тогда я тебя, возможно, убил. Бегает снизу, да? Да, справа. По мне хорошо, так по мне. А, вижу, в дереве сидит. Убил. Это ХЗ, по-моему, не тот.
Бегаешь, да? В эту полуавтомат, да. Я на тропе. Я рядом с тобой. Ай, да? Ну, на снайперскую. Тихо, еще один. Хит. Минус один, минус один. Где еще раз? У танка, танка. Тропы будут заходить, по правой от МЧС. Блять, как не попал? Двоечник. Ой, СВД. И хаешку кидает. Давай по-честному драться, а блядь, всё. Да, взорвало. Сам виноват. Ничего не хотел гранату использовать. Тёрт. Нам кому-то вообще не больно было, когда я по нему попал, он даже просто... Еще есть у воды. Да, но тут маленькие, видимо, ребятишки. Они убили 47-го с ППШ. Что? Хим обрезал. Где я убивал это? Четвертый уровень, нормально. О, по нам, вот что-то? Повалены, да, вроде как. А вон он сидит там. Вижу, вижу. Убил. О, 40-й. Если считать того, который на там совсем лежит. И еще где второе? А, на скале. Скале снайпер. Убил. В смысле, ЧВК снайпер. Пойдем смотреть? Да. Это опасно. Сейчас буду лутать. Могу стать третьим просто, поэтому сейчас... Блин, дочь. Один не зовут он еще. А, у воды типа. А, я же тоже его вообще не полутал, точно. Ну просто подошел, посмотрел, все, ничего. Вижу тут передо мной. Блять. Машиниста. Хит. Хит. Если он не сдох, надо убирать шаттеры патроном нахер. Они не убивают, если давно говорю, как это. Это же не это. Пол, это понятно. Мертвый. 24-го в спине был. На ящике поднимался там. Нашел тут труп еще один? Я только своего тут находил. Одел каску зеленую. Тут... Может бот? Блин, нет, нет, не бот, не бот, не бот. Бировец. Уходит к танку, к камням. Очень плохо вижу его в оптику там. По трассеру, видишь, стреляю. Все, вроде. Люблю, там еще там же, левее кусты. Понял. Дальше или ближе? А, ближе, да? Ближе. Понял, понял. Да, да, убил. Убили все? Да. Вообще с мой бот стрелял? Нет. Мне кажется, у меня ЧВКшник на бункере. Противоположно. Прямо за дом целится. Ага, вижу. Убил. Генка тут нормальная, да ладно, блин. Все, ладно. Постреляю со СКС. Да.
пистолет по кому-то. Чип. Его убили. Я ему помог. Ты убил? Да. Убил. Хорош. Кромки идет, слева направо. У нас? А, вижу, да. Убил? Нет. Убил. Должен был. Вроде в голову ему залетело. Все, да, с теплачком. Блин, по мне гушеная, что ты? Дай поесть нормально. Чуть не подавилась. Ложечка не выпала из рук. А если подавился бы мочевой кашлик, тебе не было бы стыдно? Если бы ты еще я был, а не... Что? Сволочь, Артём, иди еще раз. Спасибо. Коря или топор? Тебе бежит. Ага, слышу. Никого нет этого. Побежал дальше, побежал. Да, я тут на нем просто тренировался, как на кошках. 47-й, кстати, всего лишь. 76-й. Перепита на челик. Хит. Убил, все. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.